Мы решили поинтересоваться у жителей Саратова, нужно ли менять название улиц и не создаст ли это дополнительных трудностей. Мнение горожан выслушала Екатерина Ковальчук. Как вы считаете, стоит ли менять название саратовских улиц? Нет. Нет. А почему нет? Потому что у них и так названия хорошие. Какие-то улицы названы в каких-то хороших людей, которые чего-то добились. А сейчас в честь кого называть? Я лично сейчас вот даже людей таких не знаю, которые были бы достойны, чтобы носили их название. Конкретно по Сакко и Ванцетти я бы сказал, что стоит менять саратовские улицы, поскольку эти два итальянских, по-моему, революционера, которые к истории не то что Саратова, к истории России имеют очень мало отношения. А предложить какие-либо имена российских ученых, писателей, может быть, возможно, даже современных деятелей, было бы более логично, на мой взгляд. Я думаю, нет. А почему? Они уже устоялись, это новое, это документация новая, запоминать новое название. Мне кажется, это не имеет смысла. Я считаю, что нет, не стоит менять, потому что все улицы подходят, как говорится, по названию. Это история города. Нельзя менять историю города. Народ уже привык просто, и, допустим, старым людям будет это некомфортно. Так привычно. Так все нормально. Пусть строят город, как бы развертывают и дают новые имена. Зачем шило на мыло менять? Что от этого? Деньги уходят, а толк чего?